Это видео на часик после работы. Я тут обнаружил одну интересную дорожку, которой визуально уже не существует. И вот решил пройтись, думаю, найду я следы или нет. То есть дорожка была примерно вот так вот. Вот так вот, и вот где-то вот так вот, и где-то вот так вот. И вот первая находка. Сейчас я ее отмою и посмотрим, кто это. В этом году у меня сплошная деньга. И это опять деньга. Вот год я, к сожалению, не могу рассмотреть. 1700 вижу. Но вот то ли 60-й, то ли 30-й. Что-то такое. Ну, вот такая вот зелененькая старенькая монетка. Ладно, пускай отмокает. Итак, я прошел все поле по диагонали. А попалась всего лишь одна монетка. Здесь примерно километра 2-3 вот это поле. И я вышел в конец поля для того, чтобы вычислить примерный подъем дороги, где он мог находиться. С этой стороны обрезан путь оврагом. Здесь овраг. Вот где-то в угол она выскакивала. И дальше она должна была подняться наверх. Но, судя по углам склонов, это навряд ли. И либо она выскакивала вот здесь, грубо говоря, а тянуться по оврагу она не могла, потому что надо очень быстро пересечь овраг и оказаться в другой местности с минимальными потерями. Соответственно, вариант, либо дорога была все-таки вдоль того оврага, так как это поле зажато двумя оврагами. Вот, чтобы вот здесь вот в самом узком месте выскочить и податься, так сказать, в деревню. Больше вариантов не существует. Поэтому, возможно, я зря шел через центр поля. Хотя за это время дорогу свезли за 300 лет, за 400, я не знаю сколько раз. Поэтому... Вот где-то это здесь было, а где, предстоит выяснить. Ладно, пойду пройдусь вот здесь, вот, может быть, еще чем-нибудь найду. Солнце все ниже. Я оставил метку, где была найдена первая монета. И я прошел вот такой путь. Вот такой путь. За это время не попалось ни одного цветного металла. Соответственно, значит, параллельку я выбрал не ту. Но вопрос теперь в следующем. Эту монетку стащили, понятное дело, в этом направлении, либо снизу. И сейчас я, наверное, вот пройду вот так, смещусь и пройду в обратном направлении, в попытках выяснить направление, диагональ точнее. А так как здесь место под спуск, соответственно, вилять она здесь навряд ли могла. Так, вот за этой посадкой, если приглядеться, видно начало оврага. То есть вот эта местность вся вот так вот вокруг ограничена оврагом. Соответственно, могли двигаться только вот так вот. И больше никак. И вот, собственно, вот я вышел оттуда, вот там найдена монетка. И за время пути одна дореволюционная пробка. Значит, параллель не та. Иду дальше. Вот такое вот огромное поле, и чтоб на нем выйти хотя бы на одну монетку, это мега удача на нашей Руси. Прошлый выходной местные тут заметили мою деятельность на этом поле, и в этот выходной я приехал, и вот там лазают два копарька. Ну, в общем, пускай лазают. Я, как говорится, знаю обстановку. Ну, а пока что небольшой дождик, соответственно, жду. Так. Копарьки смотались, а я сюда приехал вот почему. Потому что вот здесь была мельница, и мне очень хочется походить здесь. Какой большой гвоздик лежит прямо на поверхности. Вот так вот.
первая на сегодня находочка. Скорее всего, пуговка. Вот так вот. Оп! Эх, Русь! На Руси распогодилась. И у меня вот такой предмет попался. Пока не знаю, что и от чего. Вот. И поэтому просто тупо в баночку. Наивкуснейший сигнальчик. Вот такая вот конинка попалась. Пока монеток нет. Распогодилось так, что начался сильный ветер, и у меня маленькая пуговка. Вот такая вот. И она отправляется в баночку. Ушел я с поля, потому что как-то уже, видимо, я там все выбил. И наконец-то путный сигнальчик. Минуточку. Да, немножечко, видимо, я ее царапнул. Сейчас я ее отмою. И, может быть, что-то на ней сохранилось, какое-то изображение. Очень жаль, но изображение не сохранилось. Вот только вот дата проступает. То ли 1750 какой-то, то ли 1800 какой-то. Как мне кажется, это копеечка, что ли. В общем, пока не ясно. Ладно, пускай отмокает. Сегодня мой поход до Монгол. Вот. Вот такая вот местность. Лесная поляна. И первая на сегодня находочка. Вот такой осколочек. Скорее всего, какого-то украшения. Довольно-таки старый. Но вот, к сожалению, полной картины об этом предмете не представляется дать возможным. И поэтому этот кусочек отправляется в баночку. Еще один старенький предмет. О том, что он очень старенький. Ну, это прямо вот по нему видно. Вот, но что это такое, я пока что не знаю. Позже спрошу у экспертов. Ладно. Есть интересный предмет, находящийся в этом комочке. Я пока еще не знаю, что здесь, но хотелось бы показать. Так. Оп. Видно? А вот и предмет. Сейчас я его отмою и посмотрим, что это такое. Вот такой предмет. Что это такое было? Я не знаю. Но, значит, вот в этом месте, где-то 1500 лет назад, как минимум, было некое сражение древних людей. Здесь повсюду топоры, копья, стрелы. Я их, конечно, не выкапываю, но факт остается фактом. Вот, поэтому я здесь и нахожусь. Вот что осталось от яблони за примерно 100 лет. Сухарик. В этом месте некогда, на этой полянке, была деревня. Как минимум 150 лет назад. Четких следов, конечно, нет, но дикие яблоньки
одна серебряная монета и колокольчик. И вот еще что-то здесь интересное. Яблоньку когда-то, под яблоньку точнее, выбрасывали, подметали уголь. Возможно, что-то с угольком еще попало. Я, конечно, надеялся на более ценный предмет. Но это оказалось древняя-древняя толстая конинка. Никак не могу отлепить. Ну ладно, в общем-то понятно, что это такое. Но неприятность этого места в том, что оно открытое и грунт промерз на 20 сантиметров. Серебряную монетку нашел не я. Мне удалось добыть только осколки колокольчика и какую-то медную накладочку пока что. Ну вот еще кусочек конинки. Сейчас я ее выковырю. И пока что на этом все. Потому что грунт промерз. Промерз на открытой местности примерно на 20 сантиметров. Рубанул я от часов рамочку стекла, но часов нету. Возможно, серебро, возможно, но не похоже. Хотя нет, навряд ли серебро. Почти всю поляну прочесали, одного царя нашли, и уже от безысходности я пошел кромкой леса. 10 копеек щитовичок. Год я не вижу какой, но очень хорошее состояние в землице. Красивая монетка. В районе 30-х что-нибудь. Вот. Думаю, наконец-то что-то здесь интересное есть. Сейчас посмотрим. А это оказался вот такой вот лысенький съеденный пятачок. Год 1870. Очень грустненький. Пойдет. Вот такая здесь полянка. Последний раз в этом месте были ранней весной и больше не были, по причине того, что стык заповедника, и здесь очень много диких зверей, и клещи просто не дали покопать в теплое время суток, точнее года. И вот первая находочка спустя весну. 20 копеек щитовичок в этом месте. Вот пока что на этом все. Вчера лазили по деревне в чаще, в глухой, но пришлось ее бросить, потому что грунт промерз на 20 сантиметров. Вот так вот, 20 копеек. Другасик у меня там что-то выкапывает. У него пока ничего нет, я уже обрубился и удалось добыть вот такую вот ложку без опознавательных знаков. Но это уже что-то такое 50-е, 60-е года. Солдатское, скорее всего.
но целая. На краю вот этого, вот этой ямы, скорее всего мусорной ямы, видимо, где-то была столовая рядышком. Привал. Ложку. Другасик у меня там планочку нашел от медальки. Медальки нет, лица не показываю, конечно. А у меня Крым Винтрест, совхоз номер один. Ха-ха. Вот ведь выпивали же здесь когда-то. Да. Когда находишь в лесу кусочки кирпича, это не может не радовать. Потому что здесь лежал вот такой вот пятачок. Какого же года? Текс. Минуточку. Кто ты? 1907 год. Зверь, а не пятак. Вот так кирпичики в лесу. Следы моего другасика, который здесь прошел. И всего лишь 50 сантиметров отделяло его от этой замечательной Господи, заговариваюсь уже в лесу-то. Ай! Только ее отмыл. Толстостенная конинка. Как новенькая. Еле оторвал ее от грунта. Так вмерзла на краю. Пока что больше ничего интересного нет.